Эвелина, что с тобой? Почему ты в костюме абажура? Потому что я сегодня хочу зажечь, ведь сегодня мой любимый праздник. Зажечь? И как же ты собираешься зажечь? Я буду петь. О, ну тогда тебе понадобится продюсер. Зачем это? Как это зачем? Продюсер очень-очень полезен для голоса. А где же мне его взять? Есть у меня на примете один хороший человек. Вообще-то он артист, но может и в продюсеры сгодится. Тащи его сюда, я готовлюсь. Спокойнее, спокойнее, девочки. Спокойнее, я всех вас вижу. Ах ты, бедная моя Эвелиночка, что стоишь, грустишь одна, моя милочка? Хочешь, детка, я тебя раскручу, а? Очень этого хочу. Этого хочешь? Поддержите ее. Может, получится из девчонки. Покорим с тобою мы телевидение. Станешь первою звездой Евровидения. Может, даже петь тебя научу. Да? Я могу. Очень этого хочу. Да не надо, так сойдет. Скоро станешь популярней Киркорова. Представляешь? И возьмусь тебя за это. Недорого. По контракту, ну, будешь душу мне должна. И все. Что? Прочь!